Как бы на моем месте поступил Христос? Что Он сделал бы, если бы оказался в моей ситуации? Это, пожалуй, основные вопросы, которые должны задавать себе христиане. Сегодня в рамках видеоцикла «Ответ Христа» мы поговорим о том, как не потерять Бога в рутине будни. Чем Иисус особенно шокировал своих современников? Пожалуй, тем, что нарушал границы священного и повседневного, чистого и нечистого. «О чудо! Создатель в человеческом облике входил в дом мытарей и блудниц», восклицал в изумлении преподобный Исаак Сирин. У современников Иисуса такие поступки тоже вызывали изумление. Даже те, кто признавал в Иисусе пророка и Сына Божия, не могли понять, как Мессия может нарушать закон, данный Богом. Дело в том, что в Ветхом Завете за смешение священного и бытового полагалась смертная казнь. Воин, взявший вещи, посвященные Богу, и побитый за это камнями, мужчина, собиравший дрова в субботу и претерпевший ту же участь, приступивший к святыне в нечистоте, ему обещано, что истребится душа его из народа. Этот перечень можно продолжать. Но Иисус пришел не разрушить закон, а поднять его на более высокий уровень. Он не смешал чистое и нечистое. Он посвятил Богу всю человеческую повседневность, всю без остатка. «Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем», писал апостол Павел. Если не помнить о контексте, то кажется, что эти торжественные слова сказаны в первую очередь о мученичестве. Но на самом деле апостол Павел рассуждает о еде. Он обращается к тем уверовавшим иудеям, кто, следуя Ветхому Завету, различали чистую и нечистую пищу и призывали к этому других. И апостол показывает, что христианин посвящает Богу каждый миг своей повседневной жизни. А потому, кто ест, для Господа ест и благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Точно так же иное отличает день ото дня, то есть различает будни и праздничные дни, а другой судит о всяком дне равно. И не потому, что апостол Павел был против совершения праздников. Мы знаем, что он отмечал Пасху, а христиане совершали собрание в День Господень, то есть воскресенье. Для апостола Павла всякий день был наполнен праздничным смыслом, потому что Бог, воплотившись, прожил всю человеческую повседневность. А что может остаться неосвященным после встречи с Богом? Среди мудрецов Израиля имел место спор, принимается ли доброе дело, если оно совершено без кавана. Кавана – это направленность, намерение, осознанное желание посвятить дело, которое совершаешь, Богу. Если человек совершает доброе дело, но не задумывается при этом о Боге, принимается ли оно? Независимо от того, как решился этот спор, мы знаем христианский ответ на него. У христианина не остается того момента жизни, когда он не думал бы о Боге. Ты готовишь для своей семьи? Делаешь это в подражании Христу, который пришел послужить другим. Ты приносишь Богу в жертву свое свободное время, которое можно было бы потратить на себя. И ты уже у жертвенника, со своим даром для Бога, а не просто у плиты. Находишь доброе слово для ребенка, хотя тяжело после рабочего дня. Вспоминаешь о Христе, который учил народ, накормил его, потом беседовал с учениками, а после этого всю ночь провел в молитве. Хочется сказать обидное слово в ответ на реплику мужа или жены, но получается сдержаться, и в твою семью проливается свет Нагорной проповеди. Нагорная проповедь не только для апостолов и первых христиан. Женщины, служащие своей семье, исполняют ее своей жизнью, но часто не задумываются об этом. «Подай чашу воды во имя ученика Христова, и ты не потеряешь свои награды», — говорит Иисус. Посвяти свою повседневность Христу, и в твою жизнь войдет смысл, а вместе с ним — радость. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, поделиться со своими друзьями, а также напишите в комментариях, на какие другие вопросы вы бы хотели услышать ответ Христа. А на этом я с вами на сегодня прощаюсь. До следующих встреч!